Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами будем варить уху. И сразу скажу, я не хочу извращаться. Это будет обыкновенная уха, без всяких там сливок и так далее. Ингредиенты я буду использовать, конечно же, рыба. И это будет лосось, точнее, это набор для ухи, голова и хвост. Этого будет достаточно. Также лук, морковь. Картофель, зелень, лавровый лист. Вот в такой посудине я буду все это готовить на огне. Есть казан, конечно, но он очень большой. А так как уху будем есть только я и моя любимая, нам этой посудины хватит. Итак, друзья, ингредиенты, в принципе, уже подготовлены. Потом еще нашинкую зелень уже в конце. Лучок, картофель, нужна еще морковь для бульона. А это все, что у нас есть в данном случае. Но даже этого будет достаточно. Париться не будем. И так будет вкусно. 100%. Но прежде чем я начну готовить уху, выпью кваску. Обалдеть. Все, огонь горит. Обожаю такой процесс приготовления. Люблю запах костра очень. И еще больше люблю что-нибудь на огне готовить. На открытом огне. На природе, конечно же. Ты что, меня снимаешь? Так, ну что мы делаем? Перекладываем сразу же хвост и голову. Куда? В эту посудину. Вот такая вот головешка лососевая. Здесь есть мяско. Она разварится. И хвостик. Кладем картофель, лучок. И, кстати, для наваристости бульона эту морковь или эту? Оператор молчит. Хорошо. Заливаем это все водичкой. Кстати, да, вот этот вот картофель я потом буду толочь. В пюре его превращу и положу назад. Столько хватит воды? Окей. Оператор сказал, хватит. Все, погнали. Но у нас сильный огонь, надо чуть-чуть подождать. Или не надо? Оператор сказал, не ждем, ставим. Показала вот так вот.
Все, ждем, пока бульон закипит. Бульон уже закипел. Снимаем обязательно пенку. Соль по вкусу я уже добавил, и обязательно сюда же лавровый листик. А теперь добавляем картофель. И я его добавлю вместе с водой, потому что бульон чуть-чуть выкипает все равно. Ой, балдеж. Бульон очень вкусный. Уха почти сварилась. И в конце мы добавляем укроп. Оператор, скажите слово. Добавляем укроп. Все. Держи, это ты будешь добавлять. Высыпай полностью. Отлично. А ты перед чем? Я тебя уже снимаю. Ну. Перец, брал? Да, я поставил. По какому каналу показывать буду? Потом играть. Посмотрим. По какому? А потом Игорь расскажет. По российскому, вам. По первому. Берем две перчаточки обязательно. Берем казанчик и погнали. Что там у нас? Ой, запах пошел классный. Чувствуешь запах? Не надо расковырять. Давай расковыряем ее. Вау, смотри. Прямо такие ломтики. Лососевые. Класс. Ох, красота, да? Какая вкуснотень. Вот такая вкусная уха из головы и хвоста. Лосося. Класс. Морковки можно было побольше, конечно, нарезать, но и так пойдет. Очень даже. Покажи еще овощи. Кстати, друзья, вот эти огурчики от одной из подписчиц. Юля, мы уже оценили. Огурцы бомба. Каждая баночка имеет свой пикантный вкус такой вообще необычный. Очень здорово. Спасибо большое. Присылай еще. Так, оператор насыпает нам тарелки. Она стесняется говорить на камеру. Пока что. Ну, всему свое время, как говорится. Обалденно выглядит. Класс. Сарочка, а ты что скажешь, девочка? Ты знаешь, что скоро твой друг приедет? Буквально через пару деньков. Лучистый.
будет тебя охранять. Класс. Так, друзья, снимаем пробу. Отлично, уха. Мы еще добавили душистого перца. Класс. Лучок обязательно, обязательно. Черный хлебушек. Бездрожжевой. Юля, огурчики твои. Мы только открыли новую баночку. Новый вкус. Класс. Обалдеть. В общем, друзья, уха получилась бомбезная. Оператор остается за кадром пока. Всем мира и добра. Пока.